Группа компании «Арматек» расширяет свое производство. В регионе у этой организации несколько площадок. Ту, что расположена в Кохме, в понедельник посетил губернатор Станислав Воскресенский. Главе региона показали совсем новый участок, который запустили в апреле текущего года. Здесь делают мебель из массива. Основным сырьем на данный момент у нас является порода сосна и береза. Поставщиками для нас являются питерская компания «Релан». Это лидер производства мебельного щита в Российской Федерации. Вот. У них самое высокотехнологичное производство на территории России. И березу мы берем с Архангельска. У «Арматека» первое место в России и СНГ по объему производства пружинных блоков. Сейчас готовят новые площади для расширения производства. Мощность увеличится еще на 20%. Губернатора просят помочь с экспортом. Мы бы хотели попасть в программу поддержки экспорта российскую, вот, которая подразумевает компенсацию части затрат на транспортировку за рубеж. Вот сейчас, к сожалению, код НВД нашего продукта в эту программу не попадает. И нам бы очень хотелось, чтобы он попал туда. Мебель, матрасы, аксессуары для сна. На участке в Кохме сейчас трудится 320 человек. Если наращивать объемы, то и людей потребуется больше. Я уже говорил, Ивановская область, мы с вами не богаты, бюджет дотационный. Чтобы повышать зарплаты людям, мы должны за каждое рабочее место биться, с инвесторами работать. Мы сейчас обсуждали ряд вопросов. Там нужно, так понимаю, отстроить взаимодействие с российским экспортным центром и с таможенными органами. Ну, мы сейчас подключимся, думаю, что еще получится. Земельные участки у предприятия есть, а значит, и расти можно смело. С губернатором также обсудили возможности кредитования. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.